Всех приветствую, с вами Алексей. Сегодня утром посмотрел на криптовалютный рынок и нашел точки для входа в рынок, которые буду использовать в ближайшее время у себя в торговле. Первый сигнал находится на часовом графике Ripple. Прежде чем перейти на него, хотелось бы сказать о дневном таймфрейме. На нем произошел мощный импульсный всплеск цены вверх. Сейчас произошла коррекция, и перейдя на часовой график, я увидел сигнал на покупку в виде фрактала, который находится выше и вне линии аллигатора индикатора, с АО выше линии нуля, то есть сигнал подтвержден, плюс применяя фильтр волн Эллиота, можно предположить то, что мы находимся в начале волны номер 5, у нас была волна 3, волна 4, по всей видимости. Мы видим здесь самый большой пик по АО относительно других вершин. Это мне подсказывает о том, что это третья волна. Я увидел следующую подволновую структуру в волне 4, как А, Б, С. И это мне говорит о том, что похоже на то, что эта волна 4 закончилась и начинается новая пятая волна. Есть сигнал на покупку, поэтому я поставил на пробой этого фрактала на покупку над ним стоп-лосс на противоположном фрактале. Цена выхода, если цена пойдет не туда, 0.4394, точка входа 0.55189, это на Bitfinex. И take profit я поставил часть позиции фиксации на пике третьей волны 0.79. Остальную часть я оставлю, посмотрю, как цена будет вести себя дальше. Я знаю, что в 90% случаев волна 5 достигает вершины третьей волны. После того, как мы это сделаем, или я так думаю, что мы туда дойдем в ближайшее время, потом будем смотреть по ситуации, как там будет себя вести цена. Это Ripple USD. Хотел бы еще сказать, что я поставил объемом небольшим на покупку, потому что здесь риск в процентах 20% это немало, поэтому я небольшой объем выделил для этой сделки, чтобы не было досадно, если цена пошла не в ту сторону и не было никаких эмоций. Это Ripple. И второй сигнал, который я поставил, это по EOS, EOS USDT. Что я здесь увидел на днях? Сигнал сформирован. Я увидел смену тренда на днях выше линии баланса, выше аллигатора. Я увидел пересечение линии нуля по АО и формирование торгового сигнала голубой свет. Что имеется в виду, это то, что цена пересекла линию, АО пересекло линию нуля снизу вверх. И по стратегии необходимо покупать на первом баре после пересечения. Но согласно стратегии, если ценовые бары следующие не пробивают сигнальный уровень, а они начинают падать, а цена АО находится выше линии нуля, то это автоматически опускает нашу покупку на каждый последующий бар, который не пробивает сигнальный уровень. Поэтому я поставил покупку над максимумом вчерашнего бара по EOS. Цена здесь 5.69, стоп на противоположном фрактале находится, стоп на уровне 4.65, и take стоит у меня на 1.61 от предыдущего импульсного движения, которое было вот здесь. Была импульс, коррекция, и по всей видимости мы сейчас находимся в продолжении импульса, который был у нас в августе.
Take Profit находится на нем. Вроде бы все нормально выглядит, мне эти сигналы нравятся. По Stellar'у еще хотел показать. По Stellar'у чистому только-только начинается восходящий тренд, как только увидите какие-то либо сигналы на мелких таймфреймах, то рекомендую обратить на них внимание, потому что здесь только-только начинается рост цены, и перспектива очень большая для этого инструмента. Вот, собственно, и все, что хотел сказать. Это две сделки, которые я поставил, и удерживаю сейчас Stellar. На этом все. Пишите в комментариях свое мнение по этим инструментам. Какие сигналы вам нравятся на текущий момент. Подписывайтесь на наш канал. И до скорых встреч. Увидимся уже на следующей неделе. Всем благ. Всем пока.